называется. Так, чё, а мы там были? Нет, не были. Так, это мы прошли. Потом какая-то... Мне кажется, осталось миссии 3 или 2. Ну, кроме красных камней. Да, я так понимаю, тут можно пройти игру тупо за день. Да, по-моему, даже меньше. Rumblings in the mountains of the Overworld. Whispered rumors say the Illagers are building something dreadful far beneath these ancient mines. Something of soot, metal, and flame. Only a hero such as yourself could brave the cavernous underground and uncover the truth. Пойдем узнаем правду. Правда. Найдите селян. 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 Семян. Семя. Найдите немножко семя. Покормите голубей. Я даже мал матку. Ой, погоди, а здесь сундук какой-то. Да, это сундук. Собираются какие-то звуки мини Соника, что ли. Идем по узкому коридору. Он яду никогда. Как вот время крейпер улетел от этого. Ой, пещерный паук. О, да. О, вагонетка сбивает. Допустим. Сбил меня вообще. Ой, тут эти разбийники. А. Да я их на шашлык порезал. Ой, тут слизь. А, ладно, тут всех на шашлык порезал. Вообще пусто. А могу туда пойти? Сюндюк. Стрелы. Стрелы. Освободить селян. Хорошо. Привет, селян. Ты свободен за всех цепей. О, ты там алмазник. Это вон спасло, правда? А тут селяне, они под каким-то эффектом. Как, однако, полезно. Что там? У меня лук, ну, точнее, арбалет, я его сейчас поставил, который выпускает 3 стрелы одновременно. Ага, и когда использую одну свою способность, то, ну, которая связана с луком, там тоже 3. А, это стрип 6, что ли? Да. О, это жестко. Вызывать мини-босс. Оба. Оба. Победа. Судя по музыке, ты его прям жестко сломал. Без шанс. А, там у них кто-то проходит. О, стрелы. О, алмазная кирка, что? А? Мне выпала алмазная кирка. Бей их алмазной киркой. Оба-на. Я пришел копать руду. Я ее все выкопаю. Да. Я слышу свинью. Что свинья делает тут, я не понимаю. О, у меня тоже есть кирка. Но она не алмазная. Она у меня обычная. Кирка всегда входила в классическое снаряжение искателей приключений героев. Понятно. Но у меня меч получше. О, бери.
выйдет. О, Руди спавнили! Че? Ты спавнили, говорю. Жестко. Стоп, я что, иду назад, что ли? А, ну, нет, просто будет прям, он очень похож на самое начало. Это чтоб тебя запутать. Режим пылесоса активирует. А ты в них пускаешь? Че? А куда в них пускал такое звуковое? Да. Какая-то штука, короче. Только сначала с одним застрелом. А. Я в жизни стрельну. Я хочу стрелять из него. Да, мы тут освобождаем жизнь. Да, только я помираю. Киньте шахту. Это была слишком легкая миссия. Кто-то уже ушел. Ну ладно, меня вагонетка, правда, почти убила. Даже вагонетка. О, что, куда я попал? Добро пожаловать. Где я? Что это за место? Почему все пытаются заразить? Окей. Да, она понятна. Тут еще большая шахта. Так, окей. Я хотел тебе стрелы украсть, а ты их забрал раньше. Как тебе не стыдно? Что? Это за музыку? Где он вообще? О, что это за пекло? О, кирка. Я даже не понимаю, что происходит. Фига себе. Не понимаю, что происходит. Мы его убили, господа. Новый уровень! Нормально. Погоди, а там еще какой-то сундук был сзади. Это... А, вот он. Скрытый. Да, мы слепые, не заметили. Ну мы же видим только сверху, что... Ну, по факту, да! Ой, лава, смотри. По логике мы иногда что-то не видим, а наши персонажи это должны видеть. По логике. Ты в лаве сгоришь. Я понял. Короче, я танкую его. Это еще один босс, ты уже третий босс, который не сражает. А, ну... Чё-то как-то... Третий босс? Хороший босс. А пункт вызывать не означает тоже будет. Пошёл! Пошёл! Не застрял. Всё, выход.
Аллилуйя. Там что-то какое-то вроде есть, какой-то закуток. Давайте посмотрим. Нафиг там надо. Давай. Мы, кстати, открыли все сундуки, которые здесь были. Давай. У меня изумрудики. Да, не лишние. А, ну мы тут все вообще сделали. Давай, красавчик. Да. So the rumors are true. The Illagers are building a dreadful forge under the mountain. Я в лаву упал в конце. Попадание снарядами 151%, это вообще как? Сундуки 100%, мобы 89%. Нечистый маяк, он грязный. Так, открываем, давай. Open piece. Нет, что это? Хрень, продавай сразу. Саша выйдет. А, окей. Продавать так продавать. Так, что я продам? Кирка продать. Зачем кирка? Это кирка продать. Это продать. Броню волка продать. Ну, можно. Нормально. Это продаю. Маяк продаю. И, наверное... Порошок вот этот продам тоже. Так, сейчас еще тут open case устрою. Блин, я не знаю. У меня очень много изумрудов, но я не знаю, куда их тратить. Я тратить на куда угодно. Допустим, я кончусь. Пойду к этому торговцу. Отдачу нашти. Его бы торговцу, правда. Амулет, железный, крепость. Ну там кузнец просто. Крепости. Давай еще что-нибудь. Отмешаю, я тебя твой тоже, ты издеваешься. Это плохо. Ну, ну, в принципе, вот, ладно. Так, здесь не пьют? А, смотри, кстати. У нас тут остров. Вот, мы прошли пустынный храм, да? И тут, как бы, смотри, это пылающая кузница. И тут написано еще сбоку, что типа, чтобы открыть какую-то следующую миссию, нужно завершить пылающую кузницу и пустынный храм. Это, наверное, уже последний идет. Наверное. Ну какая тут история? Пылающая кузница, сердце военной машины злодеян. Является источником силы армии архизлодеяния. В пламени этого гнусного места рождаются топоры поборников, големы из красного камня и книги заклинаний чародеев. Эта крепость долго была неприступна, да никто и не решался пойти на приступ. Но даже в таком месте должен быть потайной вход. Ну-ка, вы появились какие-то еще у нас халявные сундучки с чем-то?